Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, а смотрите продолжение сетевой партии на восьмерых, в которой я играю за нового лидера Сундиату Кейту, Малийца. Да и все мои соперники играют тоже за новых лидеров из лидер-пасса. Решили посмотреть, как оно будет. Но все подробности и начало в первой серии лучше перейдите к ней, ссылка на весь плейлист в описании в прикрепленном комментарии. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо вам за поддержку. А всем вам приятного продолжения просмотра. Не успел, надо было сырниковые ярмарки отменять. Я хочу тебе отплатить. Только по соседству с акведуком. Кстати, вот тут можно анкорват. Ну да, но я же попросил построить. Что-то я какой-то чудо-строитель здесь. Ну пока я все, что на пустыню, правда, строю. Кроме Стоунхенджа. А так все это Джебель-Баркал, пирамиды. Ну как хочешь. Как его? Петра, это все чисто пустынное. Надо, кстати, за японцем последить. Он тут ничего не... Ну тут, правда, этот... Как его? Вулкан, вряд ли он будет здесь строить. Но вот здесь вот еще куча. Ну это за максимум. Блин, слушайте, вот эта река Бани, она тупо, ну такая длинная. То есть она начинается у Нанмадола, я не знаю. Дед, наверное, видит Нанмадол. Я вижу. И она протекает прям до самого низа через Рим, через Америку, через меня. Через Японию, прям до самого низа, там, где глаз Сахары, вот туда. Огроменная какая-то. Ну. Нет, так, культуру, наверное, рано. Давайте Рейну в Уалату. Значит, а потом, скорее всего, пересажу вот сюда, где-то у нас будет еще... Видите, у нас не хватает лояльности. Так, это для какого города? Для Тадмекки. Все верно. Ну, чтобы быстрее Петра... Блин, а когда я храм наконец смогу купить? 190. Ну, видимо, надо так божественное право открывать. Грега, тебе долго до союзов? Где-то ходов 6. Могу спросить, союзы лежат сразу за ярмарками? Так, ну, если ты открыл две другие техи, то там больше нет вариантов, потому что госслужба точно... Когда он до 10 жителей вырастет уже? До возрождения. Угу. Вроде еды должно быть дофига, и жилье есть, но растет медленно. Притом у меня тут вроде и так еды. Сам город 5 еды должен давать. Так, наверное, из Гао надо отправить. 5 еще торговых путей мне насыпало. Так это же зашибись. Так, из Диары у нас есть. Из Сегу надо. Подожди, а тут что-то еще на пустыню, по-моему. Медресе Санкаре. Да, но с кампусом. У меня еще ни одного кампуса. Темпло Майор. Имеет ли смысл? Я бы лучше в Гао Темпло Майор строил.
Так, мы открываем гильдии, прям в теократ... Ну, сначала гильдии откроем, чтобы поставить карточку на соседство центра коммерции. Тут что-нибудь будем ставить на чудеса? Ну, можно на чудеса, кстати. Все-таки два чуда строим. Да вы прикалываетесь. Ну я ж говорил, ну пломанное лобби. Да блин. Сейчас по-быстрому перезайду. Так, еда, производство, тут ничего не залочено. Как работает, я не понимаю. А если так хотя бы... А у тебя именно пролагало или просто вылетело? Просто вылетела игра. То есть игра крашнулась или... Да. Крашнулось. А, крашнулось. А, ну еще лучше. А у американца какие статы? 52-40. 52-40. Все губы трирему на самом деле купить. Сколько трирема стоит? Галера, точнее, 125. Да, я прямо сейчас и куплю, я думаю. Строение ускорили. В общем-то, можно ее, его и открыть. Как раз вот тут посмотрим, что и в ученичество, чтобы идти. Брюксель. Мали, я тебя долго еще до союзов? Да. А тебя на перспективу торговой не интересует? Не знаю пока. Где-то у тебя сколько до союзов? Ну, я не иду в них пока что. Так. Надеюсь, оба чуда мои.
Контрфорс мы таким образом. Да. Так, здесь акведук. Гильдии меняем соседство для, то есть плюс 22 науки. Может, еще чудеса просто построю, поэтому не хочу эту карточку убирать. Или просто, нет, давайте караваны. Анкорват хочу, но Анкорват надо рядом с Акведуком строить. Нет, не сменить назначение. Ртуть на продажу есть. Дедушка, предложение не нужно. А что-нибудь нужно из моего? Так, что думаете? Ну, сейчас посмотрим. Так, вот тут надо купить клетки. А, хотя у меня и... только цитрусы остались. Священочку тоже строить. Ну, нет, а посетки у меня будут сейчас. Вот сюда надо священочку. В диаре. Захвачу. Хочу ее через пустыню. Надо было рис выкупать. Да. Так, а вот тут вырубать камень ради рабочего не особо. Блин, собор Святой Софии построить? Нет. Так, иду я точно тут не хочу. Ну, давайте. Кого мы еще встретили, не пойму. Клеопатру. В Кумбисале. Так, следующим ходом надо проверить. Мы тут точно где-то рынок можем купить 100%. Скорее всего, в Гао. Ну, то есть, что можно купить за веру, надо проверить. А, наверное, хотя апостола можно, чтобы окончательно укрепить религию. И, кстати, можно крестовый поход взять против американца. Так, ну, апостола точно купим.
Больше религии нету. Да, селитру надо увидеть. И рыцарей наших не видно, да? Вот тут они, походу. Хотя не надо. Не хочу. Ну, Анкарват 12 ходов, отлично. Но пока давайте храм Гурдвару, то есть, чтобы у нас города росли. Блин, и тут... Да, у меня, короче, интересные тут моря, конечно. Столица на внутреннем море маленьком. Не выплыть. Думал, вот там второй город поставил, там будет норм. Хрен, тоже маленькое внутреннее море. Какая-то странная Пангея. Ну, для меня получилось. Причем там, походу, даже если... Растают льды, я никуда не выплыву. О, у меня еще район прямо на селитре стоит. И тут селитра, отлично. Селитры у нас завались, значит. Так, принимаем теократию. Может, кстати, военных лагерей поставить. Соседство для этого нам не надо. Оборонительных зданий. Производством юнитом кавалерии. Тоже можно поставить, я думаю. Так, только у нас дружба с чуваком. 9 ходов. Да, я бы тут дамбу построил. Вот сюда. Так, во-первых, в Ньяне давайте часовню великого магистра строить, пока вместо собора Святой Софии в Йенне дамбу. Но у нас все равно не будет затопления за счет вот этой фигни, да? Но электричество и соседство для промышленной зоны всегда хорошая штука.
Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Ладно, рабочий нужен. Вообще надо банки открыть. Я все в Сугубе могу покупать за веру. Здорово, Америка. Надо банки открыть. Привет, привет. А вы только сейчас встретились? Да. Банка предложения. Давайте вторугу. Тучу я уже торгую. Лишний. Кому апельсинки там нужны, готов торговать. Не помешает. Или сюда лучше, Анкарват. Мне эта клеточка больше нравится. Тут зато ферму мы можем когда-нибудь... Ладно, сюда. Попробуем сюда. Нефрит. Готов торговать нефритом. Уже забрали? Нет. Апельсинки нужны? Давай. Есть сахар на продажу. Тут можно будет еще проплыть между моими двумя. А вот дальше фиг походу. Мне кинул Алексей там. Да, вот мой всадник и Мандекалу. Так, все, пора начинать всадников. Подожди, кто апается в эти мандекалу? Тяжелые колесницы. Тяжелые колесницы надо строить. Есть хлопок на продажу? У меня ртуть одна. Апельсинки можешь у меня забрать, у Конга. За ртуть. Ой, за хлопок. Кинул предложение.
О. Дед уже... Пошла жара? Да, дед решил Америку аннигилировать. Американец, ты как там? Очень плохо. Ты уже в промышленные зоны вышел? Да. Ну, строить там. Ну, мне это не поможет. Я на Басками приплыл флот корабл с двумя армадами. Ух, он по морю тебя захватывает? Да. Блин. Золото может. Ну тогда, блин. Дед, может, как-то договоримся? 5 ходов еще. Будем пилить Америку. Ладно, в Тадмике тоже надо пока тяжелую колесницу. Я не могу пока за веру, видите, 4 хода, во-первых, не смогу еще покупать за веру, а во-вторых, еще... Ух ты, Новый Орлеан уже захвачен. Блин, ну Чарльстон вообще-то я хотел захватывать. Не, нам надо... Следующим ходом. Такой я не дам, Клеопатра. Можешь любой другой предложить. Это ты, дед, ко мне присматриваешься, да? Я буду наготове. Как, при чем здесь это? С чего ты так решил? Потому что твоя галера как-то подозрительно в зимой столице плавает. Она это рандомно просто. Так, вот тут бы темпломайор, вот на этой клетке, правда, ее надо строить. Так, а вот здесь надо решить, где мы район будем ставить. Священное место, а потом Сугубу. Ну, видимо, здесь. А Сугубу здесь, так что вот эти тропические леса просто вырубаем. Американец, он там от тебя далеко? Какой далеко? Где? Сосед. Он уже один город забрал. А ты их видишь, Лёша? Да. Обоих? Да. А ну, деньги ему помогут? Ну, это я не знаю. Зависит от того, что он вышел. Ну, дело в том, что я так понимаю, что дед атакуют морскими юнитами, а не наземными.
Да, тут у него очень много кораблей, а у меня половина городов на море. Еще и без стены. Что-что? Стены ты не построил еще. Да, факап. Если что, ты можешь у Конга деньги просить. Там купишь какой-нибудь, там, не знаю, латника, чтобы у тебя сила городов поднялась. Там какой-нибудь морской юнит, чтобы он просто в городе стоял. Да, у меня плюс-минус есть план, если что, прошу, спасибо. И... Где деньги? Вот. Сколько еще ходов? Три. Да, блин. Водяную мельницу мы уж тут доделаем. Мне врубает, что тут постоянно отключается очередь по какой-то причине. Подожди, это Клеопатра? Клеопатра, предложение. Конго, предлагай союз. Смотря какой тебе надо, мне без разницы. Что тебе поможет догнать? Подумай. Подожди, а кому я предложил? Максиму. А это чьи... Ну только не такой. Или тебе вот надо? Мое предложение. Ну можно... А, это Грега, больше. Блин. Тьфу ты, я перепутал Египты. Грега предложение. Давай следующим ходом что-то на развитие. Если тебе нужна будет помощь, я тебе и так помогу. Прибегу на выручку. У тебя научный союз долго еще будет? Да, мне тут кинул. Давай у тебя культурный. У тебя как раз там немного. Да, давай. Банк и рынок сразу строит. Как-то нам сюда надо. Сейчас кину. А, есть рынок. Подождите, где у нас сугубо еще? Ну, блин, чуть не как построено. Бота денег не попросил. Ну, в Сегу, например. Вообще в Сегу надо. Нефрит на прода... Или я торгую уже с кем-то? Со мной торгуешь. Ну, короче, еще один нефрит есть. Конго предложение.
Блин, странно, у меня вроде... Ладно. Две каравеллы я точно мраморный строить продажи. Не буду. Так, сколько... Когда у нас там уже... Так, сейчас я достраиваю часовню. Митя, тебя выпустить из западни? Мечник. И где у нас его? Корпуса, интересно, вот еще мне бы узнать. Пожалуйста. Так, сколько мандекалу стоит? 140. Ну, еще и бомбарды надо. Еще бомбарду, наверное, вот здесь лучше купить. На Филадельфию пойдет. Так, сколько там писатель стоит? Покупаем. Пора уже промышленную зону или кампус. Что-то тут надо ставить. Кстати, а в Ниане может до театралку, до постройки. Кстати, дипломатический этот квартал тоже не, неплохая идея. Промышленная зона плюс один дает. Давайте дипломатический квартал. Тут не знаю, почему-то хочется. Так, смотрим. Да, два производства, четыре деньги. Так, следующий писатель 857. Да ладно, Анкарват построил. Ну, я откладывал, конечно, что тут сказать. Ну, а что мне тут скрываться от американцев, что я на него нападать буду? По-моему, очевидно все. Дед, ответная. Ну, мне Таругу надо забирать будет. Привет. Очевидно. Так, куда нам тут дальше идти? В экономику, я думаю. Потому что мы там все можем купить. Ладно.
Так, ставим. Надо тут еще одну, наверное, бомбарду. Дед, предложение. Грего, можешь дальше забирать. Я для количества. Больше не буду. Окей. Как так культурку разогнал? Часами? Культурками? Да нет. У меня немного. Опять. Господи, что ты постоянно через культуру играешь? Расскажи нам. Через какую культуру? Ну, 247, ну что? Ни у кого даже сотни нету. Ну, я тут при чем? У меня 5 городов, я не знаю, чем. А, не, ну красиво, красиво видео. Развлекалки, ромашки. Спасибо за партию. Красиво. А что, уже... Что, тебя уже захватили? Ну, я не вижу тут перспективы просто. Ну, по-хорошему так-то да. Вы про что? Про Америку? Да. Но мы его пилим на двоих с дедом. Вот ты какой, да? Нет, давайте всю деду отдадим. Не, ну ладно, ладно. Почему нет? Вот вы кровожадные вообще. Да вообще в шоке. Шок-контент. Так, следующим ходом мы сможем сугубу тут строить, так что отложу пока. Пытаюсь вас научить культуре, пытаюсь, вы все просто дубину в руки и несутся, господи, ничему не учатся. Да, блин. Я просто хочу этого еще убить, чтобы деньги получить. Ага. Так, сильно отваливается. 8,5. Виктора давайте туда пересадим. Этот адмека тогда не будет расти. Слушайте, а может мне его удалить? Блин. И свой, а где я свой город поставлю? 3, вот сюда. Блин, ну жалко, тут уже районы есть. Не, ладно.
I found myself in. Ну, уже 1530 стоит. Да, тут с войной не успеваешь. Вармонгерам претензии? За что? Может, наоборот, чем-то вот этому я... самому культурному чувачку? Да. Согласен, а мне-то да, что? Да. Я не воюю, мне-то на меня это никак не повлияет. Ну, потому что ты только что сказал вармонгерам претензии. Ну, так... Не и у нас, к не тебе претензии возникли. Нет, я к тебе поцелую. Давайте, я тоже за себя проголосую. Давай. Разведки бафы? У меня как раз 3 разведчика на плюс 20. Ой. А вот сюда, кстати, город влазит, да? Подожди, а почему сюда не влазит? Чё-то не могу раз... А. Так что в верхнем выбираем? О, тяжелая кавалерия прошла. Угу. Хм. Грег, а ты что за тяжелую кавалерию голосовал? Да так. Так, нужен какой-то район. Кампус, сугубо, наверное, все-таки театралку. Тут промышленная зона неплохо встанет на плюс 3. Ладно. Собираем этот урожай. Ставим промышленную. Так, а здесь я могу за веру купить... Да, только хочу сначала проверить... Блин, я ни хрена не успеваю. Хочу проверить, банки я везде за веру купил. Так. Интересно, то есть дед захватил город, американец не кинул кризис, а как я захватил город, кинул кризис. Он у вас двоих кинул. Он у меня тоже. А, тоже кинул. И против меня принято. Забавно. Зашибись. Не, вообще это мне в плюс получается, наоборот.
Так, консульство. А вообще промышленная вот тут плюс один и акведук вот сюда, да? Давайте так и сделаем. Предложение. Японец. Так, а я почему-то тебе союз не могу кинуть. У меня следующим ходом союза. А, ты не вышел еще. Ух ты, у нас кумбисале отваливается прям даже. А, он в золотом. Блин. И что сделать? Во-первых, юнит можно купить. Алексей? Что? Это по чью душу? Что? 700 мощи, это по чью душу? Так я ж Америку захватываю. Это дед ее как-то более лайтово захватывает. Ну, на Конго тяжеловато нападать будет. Так, слушай, а может с Конго культурный союз? На, вот те, чтоб ты не пугался. Предложение. Я открыл союза. Блин. Я бы тебе дал религиозный, но у меня его кто-то украл, я не помню кто. Ну, у тебя только экономический мне вот висит. Ну, как хочешь. Если бегают караваны, то кидай. Предложил. Тебе, кстати, удалось меня испугать. Я вон потратился немного. Что-то строить нечего в городах. Так, рынок надо купить за веру. Очень много городов и очень мало таймера.
Грег, а ты руками длительность таймера вы, или он динамический? Динамический. Бо, я что-то нифига не успеваю. Есть такое, да. Захватывал. Ну, у меня там сколько? Немного городов я тоже, если честно. Еле успеваю. А кто союзник? Дед? Ну-ка, с Гаргамуш, он тут на Цинциннати идет. Как, дед, будем Вашингтон делить? Ну, Вашингтон мой будет. А? Я его забираю. Вот ты так в себе уверен, да? Да. Ну, надеюсь. Алексей, тебе кумби помогать отбить? Нет. Так, а что я сейчас открыл? Там что-то нужное, кстати, было. А, союзы, учетные банки. Давайте поставим. Рыцарство можно убрать, я думаю, уже можно ремесленников поставить. Вот военный лагерь я все еще надеюсь построить где-нибудь. Да, и давайте эстетику. Может, вместо соседей. Не, ну, неважно. Мне важнее юнитами ходить вначале, чтобы города захватывать. Doubt if you will. Кстати, надо напомнить. Кто там собрался апостолами драться? Что я могу еще и в рынке сажать. Гид, ты можешь принять сделку? Так, Нгазаргаму, наверное, стоит убить. Блин, не успеваю реально. Так, канцелярия. В гифу.
На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас. Ссылка на весь плейлист прохождения в прикрепленном комментарии и в описании к этому видео. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.